Рыбы, хватит чавкать. Пожалуйста, спасибо. Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы также продолжаем изучать творчество группы Нервы. На этот раз разберем, наверное, самую популярную и одну из первых их песен под названием «Батареи». Ну, по крайней мере, именно вот эту песню я услышала впервые. Если что, вы можете написать в комментариях, какую именно вы песню послушали у них. Самую первую, да? Песня, скажу сразу, супер простецкая, любой начинающий сможет ее сыграть. Ну а перед началом этого разбора я хочу напомнить тебе, дорогой мой дружок-пирожок, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютюбе по укулеле комьюнити. Тем более нам с Пепочкой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Мой прокуренный голос, твои теплые губы. Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы. Ты, конечно, уверен, забери мое сердце. Его хватит надолго, чтобы согреться. Недовольно прохожие, что мы ярко одеты. Я бы дал им по роже, но сейчас не до этого. Я такой безнадежный, ты такая нарядная. Идеальная ложа, пустое парадное. Плакали, плакали батареи. Я целую, целую твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Разбор на укулеле. Песня, как я уже сказала, супер простая. Строится на базовых четырех аккордах. Как раз с них и начнем. Первый аккорд — аккорд фа. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Третий аккорд — аккорд EM. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, далее вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. То есть у нас вот такая вот лесенка получается. И последний аккорд — аккорд AM. Мы просто зажимаем четвертую струну на втором ладу. Все вместе. Фа, Джи, ЕМ, АМ. Эти аккорды у нас будут повторяться в таком же порядке на протяжении всей песни. С этим понятно. Теперь, что касается боя этой песни. Он супер простой. Играется вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И мы его будем играть один раз на каждый аккорд. Теперь соединим это с аккордами. Отлично. А теперь куплет полностью. Мой прокуренный голос, твои теплые губы. Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы. Ну, конечно, уверен, забери мое сердце. Его хватит надолго, чтобы согреться. Недовольно прохожие, что мы ярко одеты. Я бы дал им по роже, но сейчас не до этого. Я такой безнадежный, ты такая нарядная. Идеальная ложа, пустое парадное. Да, вы можете, кстати, на пустое парадное, на аккорд АМ просто играть удар вниз. Это даже будет как бы фишечка-плюшечка, потому что в припеве у нас играется тот же самый бой, и надо это все как-то разнообразить, поэтому вы можете сыграть. Идеальное ложе, пустое парадное. И на припев дальше продолжаем играть тот же самый бой. Плакали, плакали батареи, трубы. Я целую, целую твои нежные губы. Что подумают люди, я такую, такую никогда не забуду. С этим понятно. Супер. Теперь мы будем также играть, собственно, второй куплет и также за ним припев. А вот там у нас будет бридж на слова «никогда не забуду», «никогда не забуду». Так, все четыре строчки. Мы также продолжаем с вами его и играть. То есть вот тот же самый бой на каждый аккорд. И получается «никогда не забуду». Никогда не забуду, никогда не забуду, никогда не забуду. И самый последний раз, когда мы будем с вами играть припев, его мы будем повторять два раза. Так вот, на вот эти первые четыре строчки за последним разом, который припев, мы сыграем один раз на один аккорд. И потом, когда еще раз повторим этот припев,
Мы будем играть опять тот же самый бой, который только что выучили. И получится. Плакали, плакали батареи, трубы, я целую, целую твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди, я такую, такую никогда не забуду. И пошел бой. Плакали, плакали батареи, трубы, я целую, целую твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди, я такую, такую никогда не забуду. Вот и вся песня. Ну, если тебе понравился этот разбор, ты научился играть эту песню, то можешь поставить свой лайк. Ну, а также не забывай писать свои чудесные комментарии с предложениями песен и мелодий на следующие разборы. Я это все обязательно прочекаю, прокомментирую, пролайкаю и возьму какую-нибудь песню в следующий раз. Может быть, это будет именно твоя. Ну, а также, если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот, например, вот эти вот ребяточки помогают мне делать такие клевые видосы, и весь раздаточный материал, и все крутые плюшки-ништяки они получают как раз на Бусти. Ну, а я напоминаю тебе, что меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!